Ой, дорогие телезрители, прям весело стало на нашей кухне. Посмотрите, за счет чего? Потому что веселый повар прямо на ваших глазах. Набор ножей. Какой он яркий. Расскажи, пожалуйста, Глеб, что входит в комплект этого набора? Итак, конечно же, вот на ваших экранах сейчас у нас комплект ножей. Оптимальный комплект ножей для кухни, полный набор, все, что вам нужно для каждой из операций на кухне. Да, вот посмотрите, каждый ножик подписан. Их всего здесь целых 5. Вы представляете, 5 ножей разного цвета. Никогда не ошибетесь, какой нож для чего предназначен. Потому что это важно, использовать ножи для одной и той же операции каждый раз, не смешивать. А, вот так вот даже ты заговорил. Дорогие телезрители, все, перед вами веселый повар. Вот так вот вам будет весело играюще находиться на кухне. Цена премьеры 990 рублей. Такая цена будет действовать только несколько дней. А теперь давайте посмотрим. Если бы вы по отдельности покупали бы каждый нож, я посчитала, вы бы потратили 3080 рублей. Да, скажете вы, ну нормально, нормально. В принципе, это нормальная сумма. Нет, дорогие телезрители, мы идем дальше. Предлагаем вашему вниманию набор ножей «Веселый повар» по цене премьеры 990 рублей. И, внимание, ваша экономия 2090 рублей. 2090 рублей вы можете потратить на себя, на семью. Как это здорово. Давайте делать правильные покупки с нашим телеканалом. Ведь это так здорово. Именно. Итак, приступим к демонстрации. Да. Смотрите, самый первый и самый главный наш нож, это большой поварской нож. Мужской нож? Нет, не мужской. Даже женщина при помощи нашего ножа сможет отлично управляться на кухне. Так. Смотри, его главное предназначение – это крупные предметы. Так. И крупная серьезная работа. Для этого мы возьмем сейчас курочку. Так. И посмотрим, как он у нас работает. Ну, давай посмотрим. Ты что, хочешь прям ножом рубить курицу по костям? Нет, не рубить. Смотри. Так. Вот. Это острейшее лезвие. Посмотрите, дорогие телезрители. На две части мы разделили курицу. Вот он наш бройлер. Ух ты. Посмотрите, топориков обычно в таких случаях нужен. А здесь с легкостью, как по маслу, по костям-то. Вот она у нас. Ой, как хорошо. С хрустом, да? С хрустом. Действительно, острейшие лезвия, нержавеющая сталь, антибактериальный эффект, неприлипающее покрытие, эргономичная ручка. И, конечно же, эти ножи термостойкие, 990 рублей. Это не цена не за один нож, а за целый комплект. Но обо всем по порядку. Вот посмотрите, Глеб режет раз, кости. Вот почему вот такое острейшее лезвие? Вот расскажи, пожалуйста. Смотрите, давайте обратим внимание на несколько моментов. Так. Вот мы ее разобрали на крупные части. Так. Теперь разделим на этот самый. Во-первых, это хорошее железо. Хорошая сталь, конечно. Так. Титановое покрытие. Специальное покрытие. Нержавеющая сталь. Нержавеющая, да. Которое помогает нам сохранять этот нож острым достаточно долго. Если что, его можно быстро и легко заточить. Ага, давай. Широкое лезвие. Обрати внимание на вот эти вот выемочки. Так. Они помогут нашему ножу при нарезке чего-то. Да, я покажу. Ага. Так, давай покажем нашим телезрителям. Они помогут нашему ножу при работе не прилипать ни к чему. То есть ты режешь быстро, не отвлекаешься ни на что. Вот они, посмотрите, дорогие телезрители, поймала я блик, и теперь вы можете видеть вот эти отверстия для того, чтобы еда не прилипала к ножу, когда мы режем оливье. Ведь это так важно, помните, да, вот весь ваш нож становится просто в картофель, да, или еще в чем-нибудь, действительно, прилипает еда, здесь ничего прилипать не будет. Как мне, знаешь, как нравится, как хозяйке, то, что он красного, яркого цвета, острейшее лезвие. Вы легко запомните, мясной нож, суровый нож. Да. Я вот сейчас складываю нашу уже запчасти от курицы. Так. Переходим ко второму ножу. Какой мы возьмем? Голубенький. Мы возьмем филейный нож. А, мы фиолетовый. Возьмем филейный нож. Фиолетовый филейный нож. Давай покажем нашим телезрителям вот острейшее лезвие. Еще раз я бы хотела показать. Посмотрите, он фиолетового цвета. Вот здесь даже нарисовано мясо. Но не только мясо. Вы можете делать филе рыбы, например, да? Ну, просто потрясающий нож. Мне нравится, что все они разного цвета. А какая удобная эргономичная ручка. Прорезиненная, это очень важно. Прорезиненная, которая не скользит в ваших руках. Вы посмотрите, даже ребенок будет знать, для чего нужен нож. Посмотрите, очень
очень удобно располагается в руке. Прорезиненная ручка. Итак. Следующий момент. Soft touch, вот мы взяли наш филейный нож. И смотри, благодаря тому, что он острый, мы легко и аккуратно разделяем его на филешечки. Посмотрите, какие наитончайшие, можно сказать, карпаччо практически. Ты знаешь, да, как, когда карпаччо прям... И можно прям... нарезать и карпаччо, только да. Нужно немножко подморозить мясо. Посмотрите, наитончайшие стейки, как они быстро, кстати, будут прожариваться. Это скорее медальончики. Хороший стейк – это мясо размером с мужской ладонью. А давай я, кстати, и стейк отрежу. Вот, и стейк, спасибо. Вот, вот такой вот толщины у нас будет. Это я в газетку для мужа. Еда мужская, да. Вот. И снова возвращаемся к тоненькой нарезке. И посмотрите, как легко нарезает. А можно вот я попробую? Мне тоже конечно, вот интересно. Все-таки, вот посмотрите, дорогие телезрители, вот сейчас посмотрим. Действительно, очень легко, как по маслу идет. И посмотрите, у меня тоже получаются тоненькие кусочки. Прямо на ваших глазах. А все это благодаря острейшему лезвию. И это филейный нож. Посмотрите, здесь даже предназначение есть. Рисунок, конечно. Напоминающий о мясе. Так, итак, теперь мы переходим к следующему ножу. Хлебному. Значит, смотри, важный момент. Это пламенеющее лезвие, конечно же. Какое лезвие? Пламенеющее. Пламенеющее, что это значит? А вот смотри внимательно. Вот у нас пламенеющее лезвие нашего ножа. Я сразу представляю пламя на ноже. Может быть, я что-то не понимаю. Посмотри, только не прикасайся, потому что ножи очень острые. Значит, мы видим здесь на лезвии зубчики. Так. Эти зубчики помогают нам легко, просто и мягко, без излишних крошек, прорезать любой хлебушек. Хочешь мягкий, только что выпеченный, так. А хочешь твердой корочкой на манер багета или какой-нибудь еще французской выпечки. Ага, ну мне прям не терпится, ты так вкусно все рассказываешь и красиво. Да. Так, что ты хочешь? А, ты хочешь я хочу, да. Правильно. Итак, смотрим, берем нож и работаем с ним. Бережно. Аккуратно и легко. О, ничего себе, разве можно так резать хлеб? Посмотрите, вы думаете, невозможно? Нет, возможно, с набором ножей. Веселый повар. 5 ножей входит в комплект. Нержавеющая сталь, антибактериальный эффект, неприлипающая поверхность, эргономичные ручки, которые никогда не выскользнут из руки. И, конечно же, цена, которая меня просто поражает, 990 рублей. Не за один нож, а за целый комплект. Веселый повар. Посмотрите, какие они яркие, красивые. Итак, мы воспользовались голубым ножом. Какого еще цвета мы воспользуемся? Каким цветом воспользуемся? Синий ножичек для хлеба. Так, синий ножичек для хлеба. Ведь все и понятно. И мы перейдем к ножу для овощей и фруктов. А, это оранжевый нож. Посмотрите, для овощей. Давайте посмотрим, как с легкостью он справится. Ну что ж, с нашими давайте овощами. Ну, возьмем мы, допустим, конечно же, помидор. Помидор. Самый сочный из наших фруктов. Так. Из наших овощей, прости. Из наших овощей. Но фрукты тоже им можно резать. Я вообще называю этот нож женским, универсальным. Его очень любят женщины на кухне. Он, наверное, самый поворотливый из наших ножичков. Смотри. Легко, не напрягаясь вообще, мы легонечко нарезаем наш помидор на тонкие дольки. Оп! Ух ты, как здорово! Попробуешь своим? Да, я хотела попробовать вот своим, на действительно. Тебе, вот. Ты знаешь, у меня достаточно тоже острый. Ну, в принципе, нормально режет. Нормально, ну, как нормально. Сказать? Давай рядышком положим. Нет, нормально. Небольшие усилия и все. Нормально, да. Нормально? Ничего, нормально. Это нехорошо. А, смотри, вот хорошо. Ну хорошо, уговорил. Давай попробую я прямо сейчас. Вот, положи посмотрите. На ребро. Да, и... остался, смотрите, кусочек помидора. И, внимание, я практически не прикладываю усилий, действительно. Как по маслу, дорогие телезрители. Посмотрите. Ой, какие тонкие ломтики у меня получаются. Отлично. Это прямо к вопросу смотрите. О том, насколько важен инструмент в руках человека. То есть, вот мы с тобой вдвоем. Ага. Сейчас порезали помидор одним и тем же ножом, и именно ножом из набора получилось гораздо лучше, чем обычным домашним ножом. И это оранжевый нож, это сигнал для вас, овощной нож, а я называю его универсальный. Посмотрите, здесь даже ручка оранжевого цвета. Вообще, я люблю оранжевый цвет, он всегда повышает настроение. И, кстати, от депрессии лечит. Да? Это так вот советуют психологи. Побольше оранжевых акцентов на вашей кухне, в вашем интерьере, и никакой депрессии.
Опаньки, пошел лучок. Вы посмотрите, какие наитончайшие ломтики у Глеба получаются. Но такое впечатление, что это шинковочная машина. Или слайсерная машинка, да. Ага, посмотрите, вот только... Вот он у нас проходит, наш лучок. Ай, какие ломтики, посмотрите. И ни одной слезинки. Нет, можно расплакаться от счастья, дорогие телезрители, что набор ножей «Веселый повар». Целых 5 ножей по цене премьеры 990 рублей. Нержавеющая сталь, антибактериальный эффект, эргономичные ручки, неприлипающая поверхность. И теперь зеленый цвет. Смотри, этот нож мы можем использовать как для мелкой работы по очистке, да? Так. Он удобно ложится в обе ладони у нас. Ага. Потому что, ну, отлично с ним будет работать по картошке, по морковочке, да? Может быть, какое-то украшение вырезать. Это mm-hmm. самый удобный. И в то же время мы его можем использовать для нарезки. Ух ты, посмотрите, дорогие телезрители. Ну, этот нож, кстати, мне помогает, когда я чищу картофель. Ой, посмотрите, элементарно. Но такое можно сделать только с острейшим лезвием. Что входит в комплект, дорогие телезрители? Целых 5 ножей. Маленький зеленый ножик, повышающий настроение. Это для фруктов, для картошки, например. Оранжевый для овощей. Или универсальный женский нож, так называю его я. Конечно же, хлебный, голубой. Цвета. С легкостью нарежете хлеб. Мясной нож, филейный нож. Посмотрите, там даже кусочек мяса нарисован. Очень аппетитный нож, так и съесть прям хочется. И огненный. Большой, добротный размер. Я считаю, что это мужской размер, мужской нож. И этот нож для костей. Вы можете с легкостью разрубить все кости курицы, например. Итак, это веселый повар. Веселый, потому что, посмотрите, какие яркие, насыщенные цвета наконец-то появятся на вашей кухне. Нож поварской 20 сантиметров, нож для хлеба 20 сантиметров, нож для нарезки 20 сантиметров, универсальный нож 12,5 сантиметров и, конечно же, маленький зелененький нож для овощей 9 сантиметров. Нержавеющая сталь, антибактериальный эффект, неприлипающее покрытие, термостойкие, износостойкие. Конечно же, помните об эргономичной ручке Soft Touch. И, конечно же, сохраняют вкус продуктов. А яркие какие! Модные цвета! Эти ножи будут обязательно повышать ваше настроение на кухне. И просто готовка превратится в праздник какой-то. А теперь с легкостью заявляю вам, что такой набор ножей стоит 990 рублей. Посмотрите, сравнительная таблица перед вами. Я специально произвела подсчеты, посчитала, сколько будет стоить каждый нож по отдельности. Такой же качественный, как мы предлагаем сегодня. Итого, из нержавеющей стали ножи получились у меня в сумме 3080 рублей. Ну да, в принципе, нормальная сумма, но нет, мы пошли дальше. Телеканал Shop & Show не останавливается на таких суммах. Посмотрите, набор ножей. Веселый повар. Цена при премьеры 990 рублей. Потрясающая экономия. 200 с чем-то тысяч. Я думаю, что не стоит раздумывать. Нужно звонить прямо сейчас и заказывать. Наши операторы ждут ваших звонков. Мы работаем круглосуточно. И все звонки, даже с мобильных или с домашних телефонов, абсолютно, абсолютно бесплатные. Мы работаем для вас, наши любимые телезрители. Веселый повар специально для вас. Это набор ножей, которые должны быть на каждой кухне, конечно же, повышать настроение. Мне, как женщине, очень нравится, что они такие яркие, красочные. Ой, настроение действительно повысилось, но все-таки стоит идти дальше, дорогие телезрители, ведь дальше хочется вас удивлять, продолжать.